По данным Национального статистического комитета, теневая экономика составляет 21% к ВВП республики. По неофициальным данным, теневая экономика составляет 40% к ВВП республики. Для уменьшения теневого оборота и увеличения инвестиций в экономику страны 6 июня 2023 года президент Кыргызской республики Садыр Нургожоевич Джапаров подписал закон Кыргызской республики о добровольной легализации и амнистии активов физических лиц. Закон направлен на привлечение имущества и доходов в легальный экономический оборот посредством налоговой амнистии. Налоговая амнистия – это возможность для каждого получить законное освобождение от уплаты налогов за прошедшие годы. Государство гарантирует неприкосновенность добровольно декларируемых активов и лиц, участвующих в процессе добровольной легализации. Согласно закону, декларации должны быть уничтожены в течение 60 дней со дня вступления в силу закона. Важно! Тайна добровольного декларирования будет соблюдена. Начни жизнь с чистого листа. Задекларируй доходы и имущество. Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.